Ивановский коммунист Андрей Автанеев выступил с предложением переименовать улицу Пушкина в Старую Заднюю. Именно такое название улица носила в 18 веке. Сейчас его заявление находится на рассмотрении топонимической комиссии города Иваново. Скорее всего, такая инициатива не найдет отклика у чиновников. Однако выбор Автанеевым именно этой улицы не случайен. Это прозрачный намек власть придержащим прекратить заниматься бессмысленными переименованиями и приступить к решению реальных проблем. Я хочу показать всю абсурдность и нелепость начатой кампании по переименованию улиц города Иваново и самого города Иваново, Иваново-Вознесенск. Потому что можно зайти очень далеко, можно вернуть и Старую Заднюю, можно вернуть и Вшивую Горку, правильно вы заметили, можно и Пьяную, и Торговую площадь, все это вернуть. Но надо понимать, что если вы что-то переименовываете или не переименовываете, надо очень ответственно подходить к названиям улиц города.